Привет, маленькие и не маленькие танкисты. Я играю в Вот Блиц. Уже более 5 лет. У меня прокачаны все ветки. Есть почти все премиумные и коллекционные танки. Я не предлагаю вам для набора подписчиков, золота, танков, пропусков и прочего. Все равно, те, кто вам это предлагает, ничего вам не дадут. Однако про игру Вот Блиц я могу много интересного вам показать и рассказать. Подписывайтесь на мой канал. Учитесь побеждать в боях. Ставь лайк, и пусть все начнется. ЯГТ Тигр 8.8. Премиум самоходное орудие, 8 уровня, стоит он недорого, это практически самоходка 9 уровня. Она есть в ветке прокачиваемых танков. У меня есть эта самоходка, отличное скорострельное орудие. Хорошая броня, кроме нижнего бронелиста. Закрутить ее сложно. У нее отличная маневренность. Если есть золото или деньги, то покупайте, научитесь играть. Будете с удовольствием на ней воевать, зарабатывать серебро. Немецкая ПТ-САУ ЯГТ Тигр 8.8 является олицетворением настоящей мощи. Она большая и смертоносная, крепкая и медленная. Хотя, это же все относительно. Размеры немцы внушают уверенность. Это вам не какой-нибудь костлявый борщ. Это махина. Конечно, такая массивность не дает шансов оставаться на поле боя невидимкой. Но этого и не надо. Одно дело обнаружить Ягу, а совсем другое — пробить. Лобовая броня способна вгонять в комплексы почти любой танк, которого немец может повстречать в бою. Такому громкому заявлению способствует еще и льготный уровень боев. Выше, чем к девяткам, вас не закинет. Естественно, наличие прекрасной брони во лбу компенсируется уязвимостью в боках и корме. Но разве это новость? Не подставлять слабые места своей шкуры – это одно из первых правил игры. Главнее разве что умение стрелять. Кстати, о стрелять. Пушка Яги – это не орудие, а одно сплошное удовольствие. Отличная скорострельность, бронепробитие, время сведения. Разброс на 100 метров вообще позволяет попасть в глаз белки или в незащищенный люк башни. Это уже кому как нравится. А ДПМ... ух! Урон в минуту составляет почти 2700 единиц. Это один из трех лучших показателей среди всех одноклассников. В общем, это могучая машина с чугунной мордой и отличным во всех отношениях орудием. И вы уже знаете, почему на самом деле она так притягательна. Der Jagdtiger 8.8, hergestellt in Deutschland. Хотите каждую неделю получать награды за прохождение прогресса клана? Тогда вступайте в кланы, где это будет возможным. Выполните только одно условие. Вы должны активно играть и будете получать все награды. Надеюсь, видео было вам полезным. Пока, маленькие и не маленькие танкисты.